Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Мини-Титаны. Вперед! Так, и у нас с вами, ребята, я помню, очень много заданий. Так, надо глянуть. Так, это моя команда. Подожди, куда ты побежал? Ну, вообще-то можно здесь собрать деньжата, лишним это не будет. Давайте-ка вот здесь тоже с... Да куда ты бежишь-то? Так, давай-ка сюда. Так, наступил день. Ну что же, это хорошо. Так, а это кто у нас такая? А ну-ка, мадамочка, давай-ка мы с тобой, наверное, немножко повоюем. Крошечные титаны лучше всех. Ты думаешь? Что может быть прекраснее крошечных титанов? Если бы они были настоящими, я бы с кем-нибудь из них встречалась. Особенно с Симором. Он такой привлекательный. Наверное, все дело в его неотразимом глазе. Не купишь для меня новую фигурку Симора? Найдите 5 сосед. Купить Симора. Слушай-ка, блин, я думал, что мне придется с ней драться, а надо ей купить, видите ли, карту Симора. Ну что ж, давайте зайдем в этот магазин, посмотрим, может быть, все-таки здесь есть эта карта. Не знаю, хотел подраться, но вышел у нас задушевный с ней разговор. И надеюсь, что денег у меня хватит на этого Симора, если он тут вообще еще будет, неизвестно. Так, я его пока еще здесь не вижу, причем. Замечательно просто. Так, я вижу тут Starfire, Red X. Так, Speedy. Слушайте, ребят, по-моему, нету здесь Чудо Рейвен. Ух ты, Bad Girl. 2000 стоит, блин, ну, наверное, карта стоящая, ребят. Так. Ну, что я могу сказать? Я не вижу здесь этого Симона, о котором она меня попросила. Так что придется мне где-то его искать. Уже, наверное, в других магазинах. Ну, а мне нужно искать 5 сосисек. Интересно, где они вообще здесь могут валяться? Кстати, сосиски, да, которые любят валяться на помойках там. Так, что здесь такое? Отличный денек для покупки фигурок, правда? Ну, наверное. В интернете пишут, что скоро мы увидим новых юных титанов. Что? Правда? О, я имел в виду крошечных титанов, новые фигурки, ха-ха-ха. А вы подумали про мультсериал? Да я ничего не подумал, дайте наваляю лучше хорошенечко. Так, коллекционер Карл. Вот у него как раз этот робот есть, Симон. Так, ну что ж, давайте поставим нам нашего Робина. Потом мы, наверное, поставим гусеничку. И я думаю, это будет Киборг. Что же, не должно никаких у нас возникнуть проблем с победой над коллекционером Карлом этим. Сейчас все мы это и увидим. Так, поехали. Так, ждем, ждем, ждем. Давайте, ребята, сразу же себе повысим мощь, потому что она нам в дальнейшем пригодится. Так, и я запуливаю бумеранг. Что ж, довольно неплохо получила она. Так, и она делает... Ха, у меня уклонение практически везде сработало. Получи бумерангом. Вот так вот. И мы переходим к Симону. Или Симор, как-то так, да, его? Так, я, наверное, дождусь дубинки и его огрею. Пускай он там что хочет. Ага, лазер меня жарит. Ладно. Получи тогда дубинкой по голове. Оглушить бы его еще. Так, мы его как раз-то и оглушили, ребята. Оп. И бумерангом я его добиваю. Отлично, просто замечательно. Наша победа. Так, у меня... Ха-ха. Силки получил уровень. Так, апгрейд. Так, ну что там у тебя? Давай мы тебе сделаем здоровье. Силки, получишь у меня мощное. Ты, по-моему, у меня так слабенькая. Так, отлично. Значит, у меня сейчас задание, да? Найти Симора этого. А потом найти 5 сосисек в городе.
И у меня задание насчет собак еще висит. Надо все со всеми собаками подраться. Но это как-то нелепо. Что такое? Фу. Вот тебе и фу. Так, давайте посмотрим задание. Как они... Так, вот здесь сюда. Привет. Это сообщение. Так, а вот задание, ребята. Купить мороженое и принести человеку. Купить мороженое и принести человеку. Так, вот. Все бы ничего. Так, что такое? Привет, чудо-мальчик. Я нашел в прачечной птицеранги. Кажется, мы это уже обсуждали. Я крайне недоволен. В этом месяце ты останешься без зарплаты, Бэтмен. Опять он там что-то химичит. Так, где мы с вами можем купить, интересно знать, мороженое? Кстати, да, вот надо сюда сходить. К полицейскому мы с вами пойдем сейчас. Так, давайте-ка сюда повернем. Так, подожди, нет, вот сюда, да. Он, по-моему, здесь у нас где-то стоит. Да и... А вот, кстати, сосисочка. Отлично, ребята, мы одну сосиску нашли. Значит, не зря я сюда забегал. Ну, давайте тогда мы вот здесь вот так. И пойдем вот этой дорожкой. Так, вот он, полицейский. Слушай, парень, это очень опасное место. И только самые сильные игроки. Погоди-ка. Это что, приз за турнир по фигуркам? Что ж, тогда проходи. Опа-на. Отлично, ребята. Я зашел. Подождите, а что я здесь могу сделать? Ух ты, я могу пойти на второй турнир. А это что за... Подождите-ка, тут у нас что-то в бочке есть. Вау! Деньги. Подождите, и, по-моему, я могу еще раз с полицейским поговорить. Так, битва. У него левел 16. Кстати, ребят, может быть, попробовать или не стоит. Так, побеседуем, наверное, с ним. С тех пор, как весь город увлекся фигурками, преступление стало намного меньше. С ума сойти, правда? А ну-ка, давай-ка битву. Глянем, ребят. Офицер Дак против Робина. Оу, не погорячился ли я, ребята, а? Жесть какая-то, 15 уровень, 16 и 10. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Будем как-то пыхтеть, краптеть, но выигрывать. Ну, заодно посмотрим новые, как говорится, фигурки. Ух, елки-палки, какие они там все злобные-то. Ой, бабушка, ты меня пугаешь, если честно. И 39 хп у этой бабули. Что очень сильно меня пугает. Ну-ка. Вот так вот, бабуля, отдохни маленько. Дай-ка я еще повышу себе мощь. У нее там, смотрите, кулак. Сейчас она мне кажется... Что она такое сделает? Ох! Ага, вампиризм, значит, да? Ты, значит, у меня крадешь здоровье. И за счет меня себе восстанавливаешь. Ужас какой-то, елки-палки. Боюсь, не выживу, ребятушки, я. А очень хочется. Ну да, давай, отлично, все. Я бабулю эту нагрел. По полной программе. Так, и у нас тут выходит какой-то дед. Непонятный. И у него 25... жизни, так скажем. Что ты там делаешь? А не хочешь ли по голове дубинкой, а? Дедуль. Вот это другой разговор. Так, тихо, стой, что ты там задумал? Какой-то шар он сделал. Ну-ка, пробью я его, нет? Понятно, это был защитный. Защитная оболочка, даже скажем. Ну что же, надо мне в любом случае... Опять шар делает? Так, придется опять тратить зазря. А ну-ка, получи, дедок, теперь. Нет у тебя защиты больше. Ха-ха. Так, а вот теперь какой-то парнишка. Робин Гуд, что ли, елки-палки? Ну-ка, получи. 16 к атаке. Так, ребят, я переключаюсь на киборга. Я боюсь, что он сейчас мне тут... таких устроит люлей.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ну быстрее, 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 киборг. Давай-ка пальнем по нему. 12. И у него останется 2 хп. Победа, ребята. Все, мы выиграли. И у меня киборг получает уровень. И 125 монет мы получили за этот бой. Ух, шикарно. Так, ну что, давайте здоровье, конечно же. Тут здоровье довольно много, что значит. Ну и, конечно, везение тоже, но жизни, хп нам всегда нужны. Так, и теперь мы с вами пойдем, наверное, подеремся с тем чудаковатым пареньком, который ждет на другом конце улицы. Дак ничего почему-то не говорит. Смотрите, здесь, кстати, много всяких персонажей находится. Так, смотрите-ка. О, даже киборг здесь стоит. Так, я даже не знаю, и это хочется, и это. Ну-ка, давайте с этим пареньком поговорим. Эй! Ну? Чего тебе, шпана? На шпану ты больше похож, приятель. Ага, пожалуй, ты прав. Ну, тогда давай битву. Сынок, это у нас Тревор. И у него всего одна карта. Ну, извини меня, Тревор. Придется... Давайте возьмем вот так вот. Придется тебя немножко разобрать. Ты сам напросился. Тем более, ты шпана. А Робин со шпаной, как говорится... Тем более, он недоволен. Бэтмен его опять досаждает. И хочет его оставить без зарплаты. А нас это не устраивает. Ну что ты там? Ага, лазером, значит. Значит, она стреляет из глаз. Хорошо. А мы сейчас ей как... Вот так вот. Трубой-то и добьем ее. На! Вот и все. Как говорится, делов-то. Мы еще и уровень получили следующий. И 50 золотых. Самое время идти, ребята, в магазин и закупаться новыми картами. Так, а вот здесь вот мы с вами, наверное, сделаем мощь. И у меня уже 12 мощей. Что ж, довольно неплохо. Хотя можно было бы и везение, в принципе, сделать. Я не знаю, на что оно влияет. По-моему, на уворот. Если быть точным. Ну, то бишь, мы можем уворачиваться. Шанс уклониться там или еще что-нибудь в этом роде. Ладно. В общем, здесь мы... Что он там хочет сказать? Родители думают, что я опять хулиганю. Но меня сейчас интересуют только фигурки. Так, ладно. Тебя интересуют только фигурки, это хорошо. Так, это что здесь у нас такое? Ну, это монетки. Понятно. Давайте собирать их. Ага, люк. Люк открылся. Да нет, мне этого сейчас не надо. Так, давайте... Вот... А это что у нас за дедок такой? Эй! Да это ведь липкий Джо! Шмык-шмык. Липкий Джо, ты что, плачешь? Ну-ну, липкий Джо. Не плачь. Что случилось, дружище? Мр-боп. Что? Ты потерял любимую банку фасоли? Не бойся, друг мой, Робин спешит на помощь. Ура! Так, найдите 5 банок фасоли. Да вы заколебали, одному это. Кстати, вот они, фасольки-то, здесь недалеко лежат. Ну что же, будем заходить сюда, ребята, и смотреть. Так, заперто, странно. Неужели здесь и устраивают турнир? Так, вот сосиска здесь, кстати. Слушайте, а почему мне ночь? Может быть, сюда надо ночью прийти? Давайте попробуем. Заперто, странно. Неужели здесь и устраивают турнир? Ага, ребят, с какого перепуга меня не пускает на турнир, а? Что тут за... творится? Так, киборг у нас здесь. Привет! Здорово, киборг. Что ты хочешь со мной? Как продвигаются тренировки, дружище?
Ты что, не обижаешься на то, что проиграл мне в турнире? Нет, приятель, турниры для меня в прошлом. Теперь я увлекаюсь модификациями. Чтобы раскрыть все возможности фигурки, ее нужно модифицировать. А для этого нужны потрясающие чипы. Пожалуй, ты прав, а мои фигурки должны быть самыми лучшими, если я хочу стать главным чемпионом по битвам фигурок. Вот именно, сейчас я с нуля делаю свой собственный чип. Если все пройдет по плану, у меня получится совершенно невероятный, величайший и легендарнейший чип. Но пока мне не хватает нескольких деталей. Мне нужен всякий хлам, который валяется в мусорных баках по всему городу. Ну как, поможешь? Собери мусор из 8 мусорных баков. Ядрить тебе на корень. Ну вот здесь... Так, один мусор мы уже взяли. Прям здесь, рядышком. Так, погоди. Давай, Робин, пошли наверх. Так, а это у нас кто еще тут? Ой, да это же Робин. Ну, и? Вражеская команда. Вообще-то я тут один. Можешь сходить, проверить зрение. Что-то забыл в теневом округе, Гимза. Плетешь коварные планы? Ха, раньше бы я, конечно, устроил преступление века. Но теперь меня интересуют только крошечные титаны. Это намного интереснее преступлений. Я тебе не верю. Твое злодейское лицо выдает все твои коварные замыслы. Да что ты говоришь? Если хочешь, спроси у полицейского, который часто тут ошивается. Пожалуй, спрошу. Договорились. Поговорить с полицейским. Вот это я, ребят, набрал тут заданий. Так, хорошо. Что же мы можем... Да не надо мне ничего. Так, сюда идти бесполезно, да? Да, получается так. Ну, давайте сходим сюда. Здесь у нас магазин. Зайдем в него. И я хотел бы, конечно, купить, наверное, пару новых чудесных себе игрушек. Если они здесь будут. Опа-на, смотрите, ребята, у нас, ага, вот Симор, который нам нужен, покупаем. Что, у меня осталось всего 300? Да, ребята, у меня, ага, матушка Мэй Ай и доктор Лайт. И Гизма, слушайте, тут дымовой чип, недотрога, даже не знаю. Матушка, что за матушка? Ну-ка перевернем, посмотрим характеристики. Использует управление разумом, чтобы украсть здоровье у противника. Ага, а вот это временно отражает половину удара. Понятно. Так, ну как-то так себе. А что у нас представляет из себя доктор Лайт? Создает временный световой щит, поглощающий одну атаку. Пиф-паф, главное, чтобы никто не отвлекал во время заряда. Слушайте, я даже, честно говоря, немного растерян. Что лучше взять? Так, а здесь кто? Матушка Blackfire. Давайте тогда, наверное, все-таки возьмем бабушку. Она все-таки... Оу, нет, ребята, у нас не хватит денег. Она доктора? Она доктора вполне. Так, покупаю. Открываем. Доктор Лайт, отлично. И Симор. Открывать или ставить, использовать для задания. Так, ну что же, выполнил я задание. И теперь чего надо нам сделать? Поговорить, по идее, с полицейским. По поводу задания. Ну и еще тут, естественно, найти эти, в бачки все облазить. Так, получить. Спасибо, теперь я смогу любоваться этим огромным прекрасным глазом. Эх, это вам. Твои покупки, что она мне дает? 100 мелочи. Отлично.
И силки получает у меня уровень 2. Так, найти 5 сосисек, собрать мусор и поговорить с полицейским. Вот такие вот у меня, ребята, нынче задания. Хорошо, мы здесь с вами, по-моему, все облазили, да? И здесь... Ага, вот еще мусор. Давайте глянем, отлично. В этом ничего нету. Так, вот и фасоль лежит. Так, я вижу, по-моему, еще одну фасоль, да. Так, и надо как-то вот сюда забежать. Ух ты, хот-дог там. Ну-ка, я смогу забежать? Да, ребят, все у меня получается. Давайте заберем эту сосиску. Слушайте, а вот с этой собакой можно подраться или нет? Интересно. Так, гав. А ну-ка, давай-ка битву гавкает она мне здесь. Что у нас на повестке дня? О, Робин. Ну, я вам могу сказать сразу, что победа будет за нами. Это однозначно. Так, у собаки там что, Робин 4 уровня? Ну, слабые, в общем, персонажи. Так что, по-быренькому мы сейчас их разберем, да и все, и делов-то. Так, вот я сейчас мощь повышу. И на 18 бамбану. Вот так вот. Это делается все. Готов, сразу, видать, еще и кританул. Это ж просто шикарно, ребят. Так, мощь. И еще на 18. На-ка, получи. Так, отличненько. Переключаться я ни на кого не буду. Что она делает? О-о-о-о-о. У меня уклонение сработало. Так что добиваем ее. Готово. Так, и у нас с вами остался... Как же его звать-то, я не помню. Ну, в принципе, это и не важно. Сейчас он все равно у нас всхлопочет. Не успел я маленько, перехватил он. Ну, а теперь наша очередь. Ну-ка, выкуси-ка. Так, монетки забираем. Ну-ну-ну-ну-ну, давай быстрее-быстрее. Отлично, все, я успел, и ему кранты. Победа за нами, ребят. Так, никто ничего... А, нет, получил у нас вот этот вот. 50 еще золотых мы всклопотали. Так... Кто же ты у меня такой-то? А, Спиди. Град стрел у него. Хм, новый скилл. Отлично, что ж, меня это вполне устраивает. Мы с вами двигаемся далее. Так, сосиски. Так, собака-то это все или нет? Нам надо это выполнить задание. Причем уже давным-давно. Так, что ты злишься? Не злись. Так, еще мы с вами один баг. Так, и еще. Подожди, Робин, что ты разогнался? Как сумасшедший. Ух ты, фига мы. Опа-на, Джинкс. Хо-хо. Просто взяли, на помойке нашли Джинкс. Так, ладно, давайте глянем с вами, что здесь у нас есть. Магазин, я вижу здесь баг, который тоже можно посмотреть. А, нам же нужно поговорить с полицейским. А также у нас вот здесь кто-то. Угу, ладно. Давайте, ребята, все, будем продвигаться. Для начала поговорим с полицейским. Это будет наше вот, первое задание. Офицер. Да-да. Видите того парнишку? Какие преступления были за ним замечены? Расскажите все. А, так это же Гизма. Вполне законопослушный мальчик. Показывал мне свою коллекцию крошечных титанов. У него даже есть пара редких фигурок. Чушь. Я обязательно докажу, что Гизма преступник. Так, мы выполнили и получили с вами 200 золотых. Да. Так, докажи, что Гизма злодей. А как? Как я это буду интересно доказывать? Очень мне это интересно знать, как я... Так, подожди-ка, тут у нас что-то валяется. Давайте сюда сбегаем. Почему-то он сюда не бежит. Но зато...
Так, а что же там показывает? Ого, это еще кто такой? Это что у нас еще такое? Хо-хо-хо, Санта-Клаус, что ли? Ну давай, поболтаем. Санта, вот это неожиданность. Что ты тут делаешь? Хо-хо-хо, игра в крошечных титанов увлекла даже меня. Не хочешь сразиться с моими фигурками? Ну, почему бы нет? Вперед, Санта! Хо-хо-хо, хочу тебя предупредить. Пусть я и добряк, справиться со мной будет непросто. Мои фигурки-милашки очень сильны. Но если ты выиграешь, то получишь редкий подарок. Так, ну что же, ребята, я думаю, что надо с ним подраться и получить этот редкий подарок. Сейчас мы заодно с вами глянем, что у него там за карты. А у него там карта-то Санта-Клауса 12 уровня. Слушайте, я думаю, проблем никаких не должно возникнуть. И мы должны его победить во что бы то ни стало. Поехали, посмотрим, кто из нас сильнее. Слушайте, какой-то он маленький, неказистый, видимо, какой-то есть подвох. Так, я использую мощь. Так, у него здесь... Ох ты! Ах ты, Дедушка Мороз! Ну-ка, получи-ка... Ой, у него 60 хп, ребята. Это довольно много. Так, и он что-то там затевает. У него сейчас будет подарок. Что он там сделал? Еще 14 мне. Так, хорошо. Давайте мы сделаем бумеранг. И я, наверное, буду переключаться. Переключаться на киборга. Так, киборг получил тоже удар. Но 5 хп восстанавливает. Что? Ух, хорошо мы уклонились, а? Шикарно. Ну, а сейчас я в него ракетками-то и бомбану. Уклонение! Да ладно вам! Как он мог уклониться, а? Так, ну-ка давай-ка тогда вот так вот сделаем. Так, отлично. Так, может быть, силки сейчас возьмем? Так, силки у нас используют... Чтобы нас... Ага, отлично, он потратил. Давайте еще разок сделаем. И надо нам с вами накопить. Не успеваем, а? Сбивает он мне постоянно этот. Так, давайте вот так вот сделаем. Ну давай, 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 бомби своим лазером. Оу, силки, как же так? Как же он нас пробил-то с тобой, а? Промахнись. Отлично. Он промахивается и... мячиком. Минус 4. Ну что же, ребята, осталось совсем маленько. Всего 11 хп у этого Санты. Хотелось бы, конечно, его победить. Так, ребята, бьем бумерангом. Ну, попади. Отлично. Все, мы его убеждаем. А рождественская победа. Победи Санта-Клауса и получи подарок. Ух ты, 250 золотых мы получаем. И у меня получают силки, киборг и Робин уровень. Так, отлично. Что нам здесь дадут? Мы возьмем здоровье. Так, далее что? Так, киборг. Что киборгу? Ну, а киборгу мы возьмем, наверное, мощь. Возьмем мощь. Так, и силки. Что возьмем силки? Ну, давайте возьмем мощь. Ну что же, очень даже неплохо. Что же нам Санта-Клаус теперь еще даст в подарок? Какой такой редкий подарок, о котором он говорил в случае победы? Надеюсь, он не обманет нас. И это был не пустой разговор. Так, ну, смотрим. Так, ну, получить. Вот это я понимаю. Праздничный настрой. Молодец, малыш. Твои покупки. Так, мелочь 400. Ну,
Опа-на, ребята, Санта-Клаус 5 уровня. Ха-ха. Вот это я понимаю, вот это ты Санта мне удружил. Вот это спасибо тебе. Так, а как же нам доказать про Гизмо-то? Хм. Так, ну-ка давайте глянем, что здесь я никуда больше пойти не могу. Да, тут абсолютно везде тупик. Так, в магазин нам идти смысла нету. Так, начинается опять день у нас. Оу, смотрите-ка, у меня почему-то загорелось сюда. Ну давай сбегаем. Раз показывает, что надо идти туда. Смотрите, еще какой-то парень тут стоит. Так, что здесь такое? Я ничего не вижу здесь. Так, подожди, а что тут такое? Что здесь надо сделать? Странно, да? Погоди-ка. Да нет, ничего здесь нету. Для чего тут было показано, что это все? Хм. Ну, давайте поговорим вот с этим. Кто это такой вообще? Привет! Ну, давай побеседуем. Ты разбираешься в классах своих фигурок. Это очень важно. Что? Правда? Конечно, разбираюсь. Значит, ты знаешь, что тот класс, у которого есть преимущество, наносит больше урона. А ты в курсе, у каких классов есть преимущество перед другими классами? Во время битвы обрати внимание на зеленые и красные большие пальцы. Они дадут подсказку. Да-да, это я все уже давно знаю. А ну-ка давайте битву с ним. Нечего ему тут. Стивен. Так, ну что же, у него тут вообще просто небылицы. И мы с вами сейчас... Ха-ха. Победим. Конечно же победим. Че, у него два персонажа 4 уровня. Даже один Робин, наверное, у меня справится. Так, понеслась. Я не знаю, стоит мощь. Да, в принципе, да, сделаем себе мощь немножко. Так. И я кину сейчас бумеранг. Поехали. Ага, отлично. Циклоп у нас получил. Не-не-не-не-не, братишка, это не поможет. Ух, как круто, у меня еще и уклонение сработало. Готов огурец. Ну и у нас... Так, давайте вот так вот сделаем. 21 хп у этого летуна. На-ка, получи бумерангом. Так. Что, что, что у тебя там? Ага, какую-то штуку отправил вокруг меня летать. Ну, а я тебе, наверное, бумерангом-то все-таки добью. Вот это другой разговор. Ах, чуть-чуть не хватило. Слушайте, у нас уже 1376. Скоро я могу купить Бэтмена. Помните там, который стоит 2000 с копейками? Уж больно хочу я ту фигурку. Она, я думаю, не просто так дорого стоит. Так, не люблю сражаться, люблю модифицировать. Ну, это уже твои проблемы, что там, любишь, не любишь. Так, что тут у нас? Ага, я вижу бочонок. Так, бочонок, его тоже можно облазить. Так, ну что, впустите меня на турнир-то? Блин, да почему же не пускают, а? Что нужно сделать? Ребята, если кто играл... Так, ух ты, мы еще нашли с вами что-то. Гизмо! Представляете? Просто в помойном ведре мы нашли фигурку Гизмо. Что же делать-то, а? Как быть? Так, а тут что? О, сосиска лежит. Так, и тут какая-то камера. Докажи, что Гизмо злодей. Ага, камеры слежения должны были записать все преступления Гизмо. Поглядим-ка, наверное, стоит немного перемотать. И он всего лишь играет с фигурками. А теперь он их обнимает.
Вздор, другие камеры слежения обязательно должны были записать его преступление. Я упрячу этого мерзавца за решетку. Так, 200 мелочи. Найди другие три камеры слежения. Ага, это значит, они здесь должны быть, получается, да? Или я, наверное... Погоди-ка, ребята, вот я вижу бочку. Ну-ка, дайте-ка кликну я по ней. Опа, и в ней деньжата. Ладушки. Так, здесь у нас ничего не лежит. Тут всякая мелочь, которая просто так даже лежит, может нам пригодиться. А что вот это здание такое пыхтит? Так, ладно, здесь у нас больше камер нету. Также у нас здесь нету ни мусора, ничего больше, да? Ну да, так и получается. Ладно, я надеюсь, эти три камеры здесь или уже, наверное... Так, погоди-ка, гидрант. Деньги с него выпали. Да ё-моё, ну не хотел я заходить в этот магазин. Ладно, раз зашел, тогда купим с вами пару фигурок, которых у нас нету. А это у нас кто? Это у нас матушка вот эта вот. Да. И... Так, кого же у нас еще нету? Так, гизму мы с вами получили. Так, недотрога. Это что он делает? Если тебя атакуют во время заряда фиолетовой способности, атака не помешает тебе. Не помешает тебе с вероятностью 50%. Ага. Так. Дымовой чип. Брось дымовую бомбу в начале боя, повысив вероятность уклонения. Сколько ты стоишь, чип? 250, ну ладно, хорошо. Так, недотрога, сколько стоит? 250, ну давай, возьмем тоже. И чип мести. Когда фигурка получает урон, врагу тоже наносится 1 единица урона. Ну фиг с ним. Давайте. Все это купим. Так, чип недотрога. И это... Да что такое-то, елки-палки. Я же хотел чип купить, недотрогу. Не нужно мне здесь ничего. Сам берет, захотел, отправляет, захотел, не отправляет. Ну... Так, ладно. Что же нам тогда остается здесь делать? Камеры. Ага, я вижу. Одна камера есть. Ёлки-палки, где ты тут их, блин, обнаружишь, а? Я так лично больше и не вижу. Так, ну что же. А, подождите, тут у нас бочонок. Оп. Давай вот так вот. Да куда ты бежишь, Робин? Ты хорош. Да мне нужен не ты, блин, мне нужна помойка, вот. Помойка. Кто бы слышал, что я говорю. Так, и глянем по карте, что у нас здесь. Так, мы можем с вами... забежать сюда, и опять тут появились у нас монетки. Хорошо. Давайте попробуем. Опять ночь наступила. Уж что-то как-то все тут довольно быстро. Ночь, день. Ну и, естественно, каждый раз... Что такое? Пчела. Отлично. Так, ты-то что здесь делаешь? Не могу понять. И когда ты оставишь меня в покое? Да нужен ты мне. Так, что, битва, что ли, обязательно нужна? Так, гизма. Ага, 7 и 6. Ну, извиняй, братишка. Ты уж сам напросился. Так.
7,6. Порву, как тузик грелку сейчас. Да-да-да-да-да. 3, 1, 2. Не поможет здесь ничто. Абсолютно. Угу-угу. Сработало, да, у него? Хорошо. Ждем, 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 ребята. Ждем, 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 ждем. Еще одну. Интересно, что они делают? Так, ну-ка, получи-ка. Вот так. Как тебе? Добиваем его бумерангом. Так, теперь этот чудик тут выбегает. А ну-ка, получи бумерангом. Еще и упал. Так. Ну что же, ладно. Блин, оглушил меня. Ё-моё, блин, он мне мощь еще понизил. Так, ну я сейчас его бумерангом добить должен, по идее. На, получи. Довольное лицо. Все. Победа за нами. Так, у меня уровень. Ху, силки получила. И вот эта девушка, забыл, как ее звать. Так, силки. Здоровье. Так, чудо Рейвен. Ага, модификация фигурок. Все понятно. Это хорошо, это очень хорошо. Так, ну что, отвяжется он от нас в конце-то концов или нет? Ну? Ох, опять ты меня одолел. И все на этом, что ли? Так, Санта, шел бы ты отсюда, а? Я уже тебя вроде бы как победил. Да не надо мне вот это вот. Так, что здесь интересно можно найти? Пока я здесь ничего не вижу. Но зато я знаю точно, что вот здесь у нас что-то горит. Смотрите. Деньги здесь, надо сказать. Так, что это за знак вопроса? Так, в магазине срочный. Так, это где? Ага, это вот в том магазине распродажа идет. Ну что ж, давай, Бэтмен. То есть Робин. Беги, надеюсь, ты успеешь. Так, я видел, там сосиску в центре лежала. Так, тут в дерево. Ага, Starfair. Так, отлично. Блин, да где там? Все, да, по-моему, кончилась, блин, акция. Тогда побежим сюда, в этот. Я видел, что тут что-то у нас хорошенькое такое лежит. Сосиска точно лежит здесь. Так, ну-ка, где она? Вот она. Опа. Слава сосискам! Спасибо тебе! Ты настоящий сосисочный герой! 600 золотых. Довольно неплохо, ребята. Так, и у нас с вами еще где-то задание. Надо глянуть. Так, как посмотреть задание? Что там показывает мне? На фонтан? А что у нас в фонтане? В фонтане ничего нету. Погодите, а вот в елке что-то спрятано. Ох ты, Джордж Вашингтон. Так, и фасоль. Отлично, я все добыл. Осталось только отнести это липкому Джо. Так, вернитесь к липкому Джо. Ну, давайте, где у нас липкий Джо? Это где-то вот... Блин, а где у нас липкий Джо? Вот тут, по-моему, если не ошибаюсь.
Так, ладно, пойдемте сбегаем. Навестим, так сказать, нашего кореша. Так, подождите. Что? А, тут у нас просто деньги. Ну, давай, 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 давай. Беги, 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 беги. Не дуркуй. Где же этот липкий Джота у нас, а? Так, где-то вот здесь. Ага, вот он наш, липкий Джо. Держи свою фасоль, липкий Джо. Ура! Ой, что это? Ух ты, тебе досталась крутая штуковина. Ключ из сосиски? Хе-е-е. Вернись к липкому Джо. Используй ключ-сосиску. Неужели сюда его использовать надо, а, ребят? Точно, вы посмотрите. Ёлки-палки. Ни за что бы не догадался, что... Так, ребята, и у нас закрытый турнир в глухом переулке Джамп-Сити. Ух ты. Ну что ж, приступим разбирать какого-то бомжа. Это у нас жестянщик Эдди. Ну, что я могу сказать? Это просто детский лепет. Он с одной фигуркой 6-го уровня. Ой, елки-палки, силки не поставил. Ладно, думаю, и без силки я здесь справлюсь. Так, ну что же, давайте атаковать этого котика, чудо-котика. Что-то он там замутил. Ну, это тебе не поможет. Так, опять. Ага, залипает мне скилл. Вот так он, значит, поступает. Ладно. Да хорош. Еще один скилл залепил. Что ж, придется мне тогда. Ага. Да как, а как? Вот так вот, ну-ка получи. Залипуха, а? И еще раз получай. Да, так опасно, когда залепляют тебе полностью все твои скиллы, и ничего ты не можешь воспользоваться. Так, ладно, этого бомжа, жестянщика мы победили. Поэтому сразу переходим к следующему оппоненту. И это будет кто у нас? Так, какой-то странный чувачок. И это у нас... Не пишут кто. Так, а, Тони Тофу. Понятно. Ну, у него уже, ну так, более-менее. Но все равно ничего страшного нету. Так, вперед, мини-титаны. Так, я думаю, что Тони Тофу, мы с ним уже как-то дрались, вы помните, да? И я его победил. Я не думаю, что на турнире он здесь будет чересчур таким прям мощным. Так, бабулечка, бабуля, ты бы шла бы лучше бы домой в инвалидное... В инвалидное... В кресло-качалочку и спала бы себе спокойно. На, получи, не бесись, бабуля. Так, вот это мы сделаем. Значит, поменялись, да? Доктор этот, как же его звать, я уже запамятовал. Все равно получит. От уклонения... Мне не показалось, ребята, что это такое? Что вот это сейчас за оболочку он себе вокруг сделал? Хе-хе. А я думал... Так, воздействия отменены. Так, он мне зажарил. Ну, в ответку мы ему бумерангом-то вот так вот, отлично. И остался у нас Гизма. Я думаю, с ним будет разговор, ребята, короткий. Сейчас я накапливаю себе трубу и трубой его огрею сейчас. Все, Гизмарик, пока. Так, победа, естественно, победа, ребята, куда же без нее. И мы с вами идем далее. Кто у нас там будет? Тофу победили. Так. Ага, следующий тут непонятно что. 3 хп.
Ага, полицейский у нас тут наверху будет. Нет, ребята, не полицейский. Кто-то другой. Это что такое? Старый тоф. Усиление атаки в начале боя. Хм, довольно неплохо. Так, ну что же, Гизма. Ну давайте с Гизма подеремся. Так уж и быть. Кто у него там будет? Не знаю, кто у него там будет. 6 уровня. Салабоны. Так, а после второго турнира, ребята, если я не ошибаюсь, Капюшон сказал, что мы с ним встретимся. Так, киборга на киборга, да, значит? А мы вот так вот сделаем. Так, призвал какого-то себе магнитофончик танцующий. Еще один танцующий магнитофон. Хорошо. Получи-ка тогда трубой по голове. Вот так, отличненько, просто шикарно. Все, довеселился. Давай вот так вот сделаем. Да-да-да-да-да, язык там показывает. Ага, он мне понизил, ребята, мощь. Вот оно в чем дело. Хорошо, бумерангом тогда, я думаю, будет больше толку. Так, мощь плюс 6. И добиваем его. Пока, Гизма. Ты лузер. Так, у меня получил Киборг и Робин по уровню. Это хорошо, ребята. Так, первый у нас Киборг. И мы ему ставим здоровье. И теперь у нас Робин. Так, а ему ставим, конечно же, мощь. И остался, по-моему, у нас последний, ребята. Персонаж — это полицейский. Хотя нет, там выше еще что-то есть. Ну что же, давайте подеремся с полицейским. А там под знаком вопроса. Интересно, кто там будет? Офицер Дак. Ух ты, у него, смотрите, какая карта классная. Не знаю, кто это такой. Но думаю, кто-то такой прикольный. Ну что же, понеслась, как говорится. Кто там у него, смотрите. Так, ну я вижу, что силки, а кто вот это такой? Так, отлично. И сейчас, ну давай, бумеранг, ну быстрее. Ага, есть. Ух ты. Довольно неплохо. Что ты там вызвал? Вызвал какой-то летающий фен вокруг меня. Ну тогда мы его огреем бумерангом. Хе. Так, ну что же, вышел силки. Технологично, вот так вот. Вот что значит технологично. Давай, 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 давай. Оу. Вот это был нежданчик, ребята. Уклонение. Так, и силки. Скорость шкалы. Ну, давай-ка мы тебя собьем. Твою скорость шкалы. Довеселилась, короче. Так, и Спиди у меня получил уровень 4. Всего лишь 4 уровень, а? Никуда не годится. Давайте мощь ему повысим. Так, ну что же, а теперь у нас действительно остался заключительный персонаж, которого нам нужно победить на турнире. Так, здесь мы рандомно. Ага. Плюс 7. Шикарно. Ну и кто у нас здесь? Кто? Липкий Джо? Хе-хе. Липкий Джо, ты что? Чемпион по боям фигурок? Буэ. Что ж, тогда не жди от меня поблажек. Хе-хе-хе. Ты посмотри, а? Липкий Джо тут затесался. С какого перепуга, а? Так, и у него карточка липкого Джо.
10 уровня. Ну что же, как раз и посмотрим, почему его звать Липкий Джон. Наверняка что-нибудь бросает липкое и не дает воспользоваться нам, наверное, нашими скиллами. Так. Понеслась. Так, давай, киборг. Ускоряйся. У него 60 хп. Довольно немало. Вот так вот получил. Так, дайте-ка я возьму Робина. Мощь. Что, что, что? Ох ты! Мусорным баком бомбит он, а? Ладно. А как тебе вот так вот? А? Джо. Липучка. Так, что он там сейчас замутит? Так, защиту поставил вокруг себя, да? Ладно. Так, опять бочкой. Ну-ка, получи бумерангом. Все, я думаю, ему крышка. Что он такое делает? Опачки. Видели? Он себе пополнил хп. Ну, сейчас мы его вот так вот. Что, опять бочонок? Ладно, теперь-то мы его точно добьем, ребят. Ну-ка, получи по полной программе. Готов, огурец. Увозить этого сыну. Липкий Джо. О, 500. Ёлки-палки. По-моему, ребята, у меня хватит на покупку Бэтмена. Так, давай. Давай мощь. Силки 10 уровень получил у меня. Так, и мы с вами, не забывайте, прошли турнир. Что-то сейчас должно быть. Мы должны какую-то награду получить. Туф, победа! Победив в закрытом турнире в глухом переулке. Ох! Вот так. Я заработал себе еще один приз. Я непобедим. Кажется, у тебя есть для меня новая фигурка. Ага, ну я так и думал, что он даст нам липкого Джо. Липкий Джо. Отлично. Бомжик, короче, нам дал. Карта бомжика. Так. Ну, а как же капюшон? Будет или нет? Появится он или нет? Ура! Липкий Джо, ты хочешь дать мне что-то еще? Хе-хе. Опа, тебе досталась крутая штуковина. Корона из морской звезды? Что ж, спасибо, я правда не знаю, что с ней делать. Хм. Похвастайся своей новой короной из морской звезды. Оу, открылась карта. Дальше, ребята. Ух. Оу, вот и капюшон, ребята. Хлоп. Опять ты? Именно. Кажется, ты одержал еще одну мелкую победу. Слушай, капюшон, ты, конечно, можешь показывать свое остроумие и красоваться своим капюшоном, но не смей меня оскорблять. Ох, маленький глупыш, я не собираюсь тебя оскорблять. Я хочу лишь посмеяться над твоими жалкими потугами. Пожалуй, начну прямо сейчас. Ха-ха-ха-ха. Вот. Ну все, ты дождался. Теперь ты мой заклятый враг. Заклятый враг, знаешь, вся эта ситуация мне смутно знакома. Мы не виделись раньше. Мне пора. Хлоп. Ух, ребята. Привет, чудо-мальчик. Ты, должно быть, слышал, что Лига собралась открыть новое отделение в вашем захолустье. Очередная гениальная идея Супермена. В общем, наведайся туда и убедись, что все организовано на уровне. Я бы и сам
это сделал, но у меня есть дела поважнее, я Бэтмен. Вербовочный центр Лиги Справедливости. Ну что же, ребята, а на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующих сериях. А на этом все. Всем пока. До скорого и удачи.